Центробанк России в третий раз за год сегодня снизил ключевую ставку на 25 сотых процентных пункта до 7% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономиста. Напомню, первое снижение было в июне этого года на 0,25 процентного пункта до 7,5%. Следующее было в конце июля. Тогда ставка зафиксировалась на отметке 7,25%. Аналитики не исключают дальнейшего снижения и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Размер ключевой ставки влияет на уровень инфляции. В конце декабря прошлого года Центробанк ожидал рост цен по итогам текущего года на 5-5,5%. Однако в июне прогноз снизился до 4,2-4,7%.